Кулачные бои в парламенте, дымовые шашки у стен Рады, многослойные полицейские кордоны. Подзабытые блокирования и запах фаеров спровоцировали президентские законопроекты. А начиналось все довольно мирно. С раннего утра профильный комитет собрался, чтобы рассмотреть законопроекты главы государства о реинтеграции Донбасса и особенностях самоуправления в Донецкой и Луганской областях. Недолго посовещавшись, решили рекомендовать депутатам документы поддержать, доработав только одну статью о необходимости соблюдения минских договоренностей.